Сегодня с вами приготовим вот такие вот вкусные сырные треугольнички к чаю. Вы только посмотрите, какие они мягкие, а внутри тянется сыр. Приступим? Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале Раз, Два, Готово. Друзья, сегодня мы с вами приготовим очень быстрые и вкусные треугольнички к чаю. Приступим? Для начала нам понадобится стакан кефира, затем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды и пол чайной ложки сахара. Рецепт очень простой, быстро запоминается и очень быстро и легко делается. Перемешиваем. Теперь добавляем 100 грамм сыра. Перемешиваем. Кефир с содой вступает в реакцию, начинает пузыриться, шипеть. И муку. Примерно 2 стакана, но будем всыпать постепенно. Я ее заранее просеяла. Можно просеивать прямо сюда. Перемешиваем. Добавляю еще немного муки сюда и на стол. Будем выкладывать тесто на стол. Вымешиваем его, собираем в кучку. Оно получается достаточно нежным, мягким. Мне очень нравится, что это тесто готовится быстро и не нужно ждать, пока поднимется, пока пройдут все реакции. Вот мы его вымесили и можно сразу готовить. Делаем такую вот колбаску. Нарезаем нашу колбаску вот на такие кусочки, чтобы сформировать треугольнички. Ребят, это очень просто. Не нужно каких-то особых кулинарных навыков. Просто и вкусно. Такая вот сырная выпечка к чаю. Делаем вот такие вот лепешечки. Знаете, чем-то похоже на, когда готовишь пельмешки. Также делаем. И сейчас будем делать начинку, а потом формировать наши треугольнички. Теперь давайте подготовим начинку. Это очень просто. Я натерла сыр на терочке и добавила туда укроп. Все. Перемешали, и наша начинка готово. Так вот. Вы можете добавить вместо укропа, например, творог, если не любите зелень. Вот. Можете просто сыр оставить. Тоже будет очень вкусно. Так, теперь мы берем наши лепешечки и будем превращать их в треугольнички. Каким образом? Сначала мы раскатаем в более крупную лепешечку. Так. Тесто очень податливое, мягкое, катается хорошо, не сжимается, прям золото, а не тесто. Далее в серединку кладем начинку. Так, вот так. И формируем треугольничек. Каким образом? Зажимаем вот здесь, да, и вот здесь. Оп, оп. И у нас получается вот такой вот треугольничек. Все красиво, это еще не все. Вот так вот. Теперь необходимо его придавить. Сделать с него лепешечный треугольник. И вот он уже готов. Теперь берем противень, наливаем немного на него растительного масла. Распределяем, затем перекладываем на него треугольнички и отправляем в духовку при температуре 180 градусов буквально на 20 минут. Наши сырные треугольнички готовы. Вот такие они красивые, загорелые, вкусные, ароматные получаются. Ну что, друзья, готовьте просто и с удовольствием.